В эфире программа «Азбука молитвы». В прошлый раз мы с вами говорили об азах молитвы. Обязательно посмотрите ее в записи на канале YouTube, на телеканале «Надежда». Сегодня мы продолжаем рубрику «Азбука молитва». У нас продолжается буква «А». И наша тема сегодня – авторитет в молитве. Приветствую, Виктор Иванович, вас. Здравствуй, Роман. Здравствуй. Мы продолжаем. И первый вопрос. Скажите, Виктор Иванович, почему для вас Бог – это главный авторитет? Две причины я бы предложил на рассмотрение. Первое, для меня Бог – альфа. Он первопричина, он первоисточник. Все от Него. И мое рождение, и вся моя жизнь – это Его любовь и всемогущество. Он альфа. Второе, он премудрость. Он истина. Он не шутит, не обманывает. Он держит слово. Он не ошибается. Никогда Бог не скажет: «Сын мой, Виктор, извини, я тут не подумал, я тут поспешил». Никогда. Из-за этого он для меня авторитет. Угу. Спасибо большое. Да, полностью соглашусь с вами. Действительно, Бог – это тот, на кого можно положиться. Это серьезный для меня источник, который никогда не подведет. Пришел очередной вопрос от наших зрителей, и вот так он звучит. «Как-то я зашел в гости к моему хорошему другу, он православный, искренний христианин. Я больше склоняюсь к протестантским взглядам», – сказал он. «Мы с ним начали спор по обыкновению. Дело в том, что в его молитвенном уголке находилось несколько икон. Мария, Матерь Божья, Николай Чудотворец, кто-то еще. И дело даже не в иконах. Меня больше задело, что в иконостасе моего друга не было Христа. Естественно, я спросил: неужели для тебя все эти бесспорно авторитетные люди превыше Иисуса Христа, раз ты молишься им, а не ему? Мы поспорили, а потом и он меня обвинил, что и я книгу, то есть Библию, тоже почитаю выше, чем Христа. Я не согласился с ним, но потом задумался. Ведь и правда, подобно как мой друг видел Христа через деяния людей, написанных на иконах, так и я вижу Христа через Писание святых апостолов. То есть мы поклоняемся Богу, но так или иначе видим Бога через посредников. Так как же не потерять Бога, если между ними и им всегда находится авторитет какого-то человека, пусть даже и святого?» Так звучит вопрос. Ну, я бы немножко не согласился с этим христианином православного, протестантского уклона. Я бы с ним не согласился от того, что он уравнял два разных опыта. Два разных опыта. Сами по себе лики так называемых святых, изображения их, даже художника высокого уровня, сами по себе они нам мало что расскажут о Божьей любви, о благодати, о его человеколюбии, долготерпении, снисхождении. То есть лики святых о подлинном характере Бога мало нам что помогут. Священное Писание, наоборот, Христос о нем говорит: «Они свидетельствуют обо мне». Христос часто говорил: «Как читаешь? А как написано?» Вот. Поэтому уравнять Священное Писание и иконы, я не согласен с такой постановкой вопроса. Вот. Поэтому между святыми, их жизнью и жизнью Христа, очевидно, не все сходится, не все соответствует. Поэтому Библия раскрывает нам Бога, она не является каким-то искусственным посредником, препятствием, она, наоборот, помогает. Ну и в заключение, наверное, сказать, Иисус приглашает нас напрямую: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Но опять, какой Иисус? Библейский. Да, вспоминается также текст из Библии: «Един Бог, единый посредник». Человек Иисус Христос. Послание Тимофею. Мы посмотрим один ролик. Приглашаем вас.
Людмиле было всего 20 лет, когда она устроилась на работу рядом с домом в частную управляющую компанию, которая занималась установкой и обслуживанием приборов учета услуг ЖКХ. Ее обязанности – отвечать на звонки и заполнять заявки. Зарплата 20 тысяч рублей в месяц. В небольшом городке районного значения была приемлемой. Людмила верила, что эту работу ей послал Бог по молитве, так как устроиться, да еще и с полным социальным пакетом в ее городе в те времена было непросто. И вот завершилась первая рабочая неделя. Пятница, 3 часа дня, зима. До захода солнца оставалось всего ничего. Людмила помолилась Богу, чтобы он дал ей смелости подойти к руководителю предприятия и отпроситься пораньше. Она еще не произнесла «Аминь», как начальник, протягивая конверт, подошел к девушке со словами: «Люда, забыл сказать, что в пятницу рабочий день до 15:00. До встречи в понедельник». Девушка оторопев взяла конверт, машинально положила его на стол. «Нет, нет», взяв конверт со стола, отреагировал руководитель: «Это еженедельная премия. Понимаешь?» Девушка, пробормотав что-то вроде благодарности, сунула конверт в сумочку и засобиралась домой. В конверте оказалось 9000 рублей. Молодая и неопытная сотрудница нашла в происходящем что-то необычное. Но она же не украла деньги, ничего плохого не сделала. Вот только коготки котенка по имени Совесть тихонько скребли по поверхности сердца. Пусть причину этого она и не понимала. На следующий день на богослужении юная христианка нечаянные деньги пожертвовала. Как раз собирали на помощь многодетной семье. Следующая рабочая неделя прошла также ровно и спокойно. Все те же звонки и заявки. Снова пятница. Без 10:03. Людмила начала собираться, и тут из кабинета начальника вышла бухгалтер. Она несла несколько конвертов. Один из них женщина равнодушно положила на стол Людмиле и отправилась в другой кабинет. А в этот раз в конверте было 17 тысяч рублей. Люда бросилась в кабинет начальника. Она заявила, что произошла какая-то ошибка. Но руководитель успокоил ее, сказав, что в конверте еженедельная премия, которая в соответствии с должностью получает каждый сотрудник офиса. И все же на душе было неспокойно. Котенок превратился во взрослого кота и больно царапал сердце. В тот пятничный вечер Люда долго молилась. Она не могла понять, что происходит. Деньги пока решила не тратить. На третьей рабочей неделе девушка решила попросить объяснений. Бухгалтер ей сухо, но ясно обрисовал картину. Схема работы предприятия была устроена так, что, избегая проблем, каждый обратившийся гражданин сверхположенного платежа оставлял энную сумму, иначе рисковал упасть в долгое ожидание своей очереди для смены или проверки учетного прибора. Как следствие, попадал под штрафные санкции. Таким образом, к пятнице на предприятии скапливалась приличная сумма, когда больше, когда меньше. Ее как раз и делили сотрудники между собой. Людмила постучала в двери руководителю с твердым заявлением, что она больше брать эти деньги не будет. На что получила ответ, что девушка уже взяла деньги и теперь, как выразился начальник, она часть небольшой, но дружной команды. Значит, не брать премию просто нельзя. Да и вообще, разве она ворует или делает что-то непристойное? Просто делают свою работу и все, получая в трудные времена как минимум две дополнительные заработные платы. Людмила согласилась подумать над этими словами, долго молилась, просила совета у мамы и друзей. Никто не понимал ее терзаний. Такой шанс, работа мечты. «Да», — говорила мама, — «предприятие обманывает граждан». «Ну так все так поступают». А этот начальник оказался порядочным человеком. Он делится с сотрудниками, не загребая себе все, как делают другие. Людмила не могла найти аргументов против, да и деньги были не лишними. Вот только совесть, превратившись в разъяренную пантеру, рвала сердце на части. Наконец, девушка, решив, что авторитет заповеди «не укради» и авторитет Бога выше, добавила в нетронутый конверт свои последние 9 тысяч, вернула деньги руководителю и подала заявление на увольнение. Вот такая история, Виктор Иванович, раскрывающая терзания девушки. И давайте попытаемся прояснить зрителям нашим на основании этой истории. Что же выше, авторитет Бога или авторитет Писания? А может быть, вообще авторитет Церкви? Ну, наверное, мы не будем выяснять, что выше, авторитет Бога или Писания. Потому что это одно и то же. Да. Это одно и то же. Авторитет Бога и авторитет Писания, которые от Бога, одинаков. Поэтому Иисус ссылается на Писание и в искушении в пустыне, и когда его искушают там шпионы, подстрекатели.
вот, подсматривающий, он всегда возвышает Писание. Он цитирует пророков Ветхого Завета. Вот. Для него, для Христа Писание было наивысшим авторитетом. Этим он нам оставил замечательный пример. Вот что касается церкви, не всегда авторитет церкви совпадает с ясным учением. Вернее, учение церкви не всегда и не каждой совпадает с ясным учением Библии. Угу. Поэтому церковь имеет право на авторитет только в границах подчинения Божьему Слову. Где она сама занимается самодеятельностью, выходит за границы Божьего Слова или учения Библии, мы имеем полное право сказать: «Извините, мы не по пути». В этом случае для меня любая церковь уже не авторитет, потому что она себя возомнила и возвысилась над принципом Божьим. Ну а разве можно возвышаться над Богом? Это же глупо и крайне опасно. Угу. Ну, так и отвечали апостолы, когда им запрещали проповедовать, выполняя заповедь Божью. Должно повиноваться Богу. Больше Богу. Да? Бог, да. Бог Альфа. Аминь, аминь. Хорошо, и исходя из понимания, что авторитет Бога превыше всего, как это может влиять на мою молитвенную жизнь? О, это дает внутреннюю свободу. Я подотчетен Богу в первую очередь. Он моя совесть, Он мой компас, Он мой контролер. И если у меня с Господом мир, согласие, я смело могу любому смотреть в глаза, потому что для меня Бог – главный авторитет, а Он не меняется. Это самый надежный, самый правильный подход. Угу. В наш век мы сегодня находим, что люди живут, как говорится, без царя в голове, без авторитетов. Но в то же время, когда мы говорим о взаимоотношениях с Богом, чем отличается авторитет Бога от других авторитетов? Ну, в науке по лидерству об авторитетах есть два красивых слова, одинаковый корень. Есть стиль управления авторитетный, а есть стиль управления авторитарный. И чем они отличаются? Ну вот авторитарный стиль – это подавление мнения, инициативы, подавление личности подопечного. Это диктатура. Это близко к форме рабовладельческой. Авторитарный стиль. Авторитетный стиль, когда лидер увлекает, убеждает своим примером, даже без слов, своей позицией человеческой, честной, чистой. Поэтому божественный стиль отношений с нами или руководства как отца исключительно авторитетный стиль. Он являет пример, он просит, он надеется, что мы это поймем. Бог никогда не давит, потому что раз он любовь, к любви нельзя принудить. Это уже не любовь. Будет, да, будет концлагерь. Пусть даже с усиленным питанием, но концлагерь. Да, да. Хорошо. Вот больше вас слушаешь и больше понимаешь, что это важно, признать авторитет Божий в своей жизни. Но почему же так много людей все же не признают Бога как авторитет своей жизни? Да, все просто. Эгоизм глубокий и лукавый обманывает нас. И нас возвышает и делает меня башком бестолковым. Кажется, я Бог, я все знаю, все у меня под контролем. Ну, это бестолковщина. Спасибо. Вот, как мы уже говорили в прошлой передаче, молитва – это разговор с Богом. Но что нужно говорить Богу такого, чтобы получить ответ, исходя из нашей темы? Как бы какую магическую фразу сказать, чтобы все включилось, завертелось, и сразу Бог выдал. Ну, чтобы все было правильно. Ведь кто-то еще не умеет молиться, а идет к этому, есть желание. Да. Что сказать правильного или что такого особенного сказать, чтобы был ответ? Но опять, исходя на эту минуту, сколько успел человек понять Бога? И вот в объеме этого понимания, познания Бога. Ну, даже сказать простые глаголы. Господи, прости, доверяюсь, люблю, направляй, благодарю. Аминь. Аминь.
Не все да, достаточно. Коротко, ясно, лаконично, замечательно. Но даже когда мы говорим «прости», мы уже подразумеваем его авторитет, что мы пришли к нему, а не к какому-то человеку на исповедь. Угу. Виктор Иванович, а какое ваше любимое обетование относительно авторитета Божьего? Их много в Библии, но я не буду зачитывать весь отрывок, просто прошу наших зрителей, слушателей, найдите в вашей Библии пророка Иеремию, книга пророка Иеремии в Ветхом Завете, 17 глава, и прочитайте весь отрывочек с 5 текста по 10. Я лишь прочитаю 7, это центр отрывочка. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Если кто полагается целиком на Господа, доверяет Ему, никогда об этом не пожалеет, никогда не разочаруется. В Новом Завете есть такая замечательная фраза: «Всякий верующий в Него», то есть в Бога, во Христа, «всякий верующий в Него не постыдится», то есть не пожалеет. То есть Бог не подведет. Не подведет. Поэтому я не встречал человека в жизни, который понадеялся на Бога, искренне ему доверился, и потом ходил, ныл и разочарованный, зачем я Господу доверился, связался, время потерял, одни убытки. Быть такого не может. Поэтому Библия уверяет нас делать Господа авторитетом первым и последним. Везде и всегда. Замечательно. Приглашаю вас, Виктор Иванович, помолиться за наших зрителей. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты обратил наше внимание на такую важную часть нашей жизни. Кто для нас авторитет? Кому мы? Для кого мы авторитет? Помоги нам, Господи, быть для наших детей авторитетом, чтобы наша жизнь не расходилась с теми словами, пожеланиями, наказами, которые мы им сообщаем, чтобы они видели, что мы живем так, как говорим. Благодарим, что Ты открылся нам в Писании и явился в жизни всякого верующего человека, что Ты достоин быть авторитетом первым и последним и единственным. Потому что Твоя воля всегда во благо человека, никогда во зло, в потере, в расстройство, но чтобы человека спасти, чтобы он вернулся и снова стал личностью гармоничной, чтобы наш дух и душа и тело были в гармонии между собой, в согласии с Твоими принципами. Помоги нам, Господи, не зависеть от каких-то изменчивых авторитетов в этом мире, но быть зависимым от Тебя, от Твоих заповедей, от Твоих принципов, от откровения Твоей неизменной любви. И мы никогда об этом не пожалеем. Укрепи нас, Господи, в доверии Тебе. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Аминь. Сегодня мы говорили о важности молитвы. На этом передача наша подходит к концу. Следующая тема называется «Ангелы и молитва». До скорой встречи!